Более 7500 выпускников региона отпраздновали последний школьный звонок. Начинаются самые напряженные дни перед сдачей единого национального тестирования. В 20-й раз выпускает своих воспитанников первая гимназия города Темиртау. На торжественной линейке присутствовал аким области Бауыржан Абдишев. Главные действующие лица на сегодняшней торжественной линейке в первой гимназии Темиртау, конечно же, выпускники. С сегодняшнего дня к ним можно обращаться на «вы». Первый серьезный этап в жизни пройден. Я чувствую за сегодняшний день прежде всего большую гордость, что я учился в этой, наверное, одной из лучших школ в нашей республике. И, конечно, немного грустно прощаться с нашей школой, но я понимаю, что никуда нам от этого не деться. Первая гимназия в Темиртау отличается стабильно высокой подготовкой своих учеников. И это в первую очередь достижение педагогического коллектива. Сегодня юбилейный выпуск 20-й. Задолго до мы начали 20-й гимназии. А вот в этом году заканчивается 63 выпускника, из которых один президент Алтудель и 4 президента на 60 особо вакансий. Ну, я думаю, что в этом году мы это будет как нормально, потому что в протяжении всех лет мы были призывых местах. У первой отличницы гимназии, претендентки на Алтын-Белге, настроение отличное, только глаза выдают грустинку. Чувства смешанные. Вроде бы счастье. Ну, очень грустно как-то расставаться со школой. 11 лет, все родное, все свое. Завершился учебный год. Бодрые барабанщицы задали торжественный ритм празднику. Последний раз школьному распорядку подчиняются вместе и выпускники, и их наставники. Дальше их дороги расходятся. Но места ребят, выпорхнувших в большую взрослую жизнь, пустовать не будут. Первоклашки уже наступают на пятки. Для них все впервые, все интересно. Еще тяжел символический ключ от страны знаний, который им вручили выпускники, но их это не расстраивает. Маленькие звоночки, как память о сегодняшнем дне, вручают малыши своим старшим товарищам. А школе и ее будущим ученикам аким области Бауыржан Абдишев подарил мультимедийную доску. Серьезное подспорье в век очередной технической революции в нелегком труде учителя. Все ваши успехи, дорогие выпускники, стали возможны благодаря их труду. Огромное им спасибо. Спасибо и вашим родителям, которые вырастили и воспитали вас. Дали вам все, что необходимо сегодня. Пусть в ваших судьбах сбудутся их мечты и надежды. Уважаемые друзья, не забывайте свою школу и своих учителей, потому что именно здесь начало всему. Пусть навсегда в вашей памяти останутся первый учитель, первая учительница, которые давали вам не только знания, но и частицу своей души. Мы постараемся оправдать то высокое доверие, оказанное нам руководством города, области и страны. Спасибо любимой гимназии за счастливые школьные годы. Спасибо всем за то светлое будущее, которое открывается перед нами. Выпускников напутствовал Куаныш Омашев, ветеран труда, соратник первого президента республики по казахстанской магнитке. Но какую бы профессию ни выбрал выпускник, есть одна, самое главное – быть достойным гражданином своей республики. И так звучит последний звонок. Вот и все. Хотя нет, все только начинается. И шары уносят в небо мечты бывших учеников и будущих строителей независимого Казахстана. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский.